первостепенная причина, которая не позволяет компаниям выйти на уровень зрелого сока, на уровень зрелых процессов. Это слабое вовлечение бизнеса, компании в построение сока. Не вовлекая бизнес в этот процесс, можно легко нарваться на тот риск, что просто остановится финансирование в какой-то момент. Потому что построение сока – это весьма затратная процедура. Компания должна понимать, от каких угроз и рисков, какие цели и для чего вообще, с какой миссией она задумывает столь масштабный проект. Цена ошибки – это огромные инвестиции, затраты на технологических вендоров, да, в этой тематике. Могут начать искать крайних, могут начать искать тех, кто не смог предупредить о возможных рисках. Известные ситуации, когда вообще меняли начальника службы ИБ, да, за неверно реализованный проект. Security Operation Center, он опирается во многом на качество логов, на качество журналов аудита, которые собираются с источников. Соответственно, предъявляются требования к этому качеству, да, требования к аудиту. Это порождает очень много связанных либо внутренних инфраструктурных проектов, либо даже проектов внедрения новых систем безопасности. Действительно, такой скрытый риск, который нужно закладывать и к которому нужно быть готовым. SOC, правильно запущенный, он скрывает очень многие проблемы в компании. И эти проблемы сами потом аукаются SOC, да, к той команде, которая ведет мониторинг. Команда должна быть там полномочно менять нечто, да, или быть инициатором изменений в компании. Должен быть человек, который все-таки понимает тематику, он, может быть, где-то строил эти соки там, или хороший эксперт, да, посещает SOC-форум, в том числе понимает, какие проблемы могут компанию ожидать в будущем при построении сока. Для тех компаний, кто сок построили свой локальный, на этом все не заканчивается. Нужно выходить дальше на коммуникации с соками других организаций, центрами отраслевыми, центрами реагирования на инциденты. Выход на коммуникацию, да, в том числе через площадки вот такого информационного обмена знаниями, они очень важны для тех, кто уже соки свои построили. Прошлый сок-форум, ну, он был первым в истории России, наверное, да, сок-форум мы провели очень масштабно, общее количество людей. Более 500 человек. Сразу было впечатление, что, ну, мероприятие получилось массовым. Мероприятие второе, которое у нас будет в ноябре, будет не менее массовым, не менее интересным.